Небольшое размышление на тему, что такое добро и что такое зло. Песенка называется «Добрый Ваня злой». А добра добра не ищет, смысла нету никакого. Но от этой аксиомы, не оставив и следа, добрый Ваня в добрых целях победил Ивана злого. Ведь добро подобно грому побеждает зло всегда. Для начала разберемся в этом, собственно, идея. В чем различие двух Иванов? Ваня добрый, Ваня злой. Да лишь в том, что добрый Ваня злого Вани был добрее. Злой же Ваня не особый отличался добротой. Добрый Ваня очень злился, наблюдая Ваню злого. Он вообще при виде Вани злого весь негодовал. Злой же Ваня становился не со зла, добрей немного. Говорил, побойся Бога, провоцируя скандал. Добрый Ваня мог бы в общем и забить на злого Ваню, только он ужасно злился. Видя форменное зло, он не мог дышать спокойно, дома лежа на диване. И поэтому убийство злодобром произошло. Добрый Ваня Ваню злого застрелил из пистолета. И отравленным кинжалом обезглавил подлеца. И полиции был схвачен, и посажен был за это, где и был убит стилетом неизвестного лица. Но поскольку неизвестно, кем убит был добрый Ваня, что убил Ивана злого, да к тому же не со зла, мы не можем однозначно дать публичное признание в том, что доброго Ивана злая сила извела. Сложен мир, вполне возможно, зло Ивана погубило, проколов своим стилетом. Ваня добрая нутро, черти что, свихнуться можно. В общем, что-то победило. Как всегда бывает это, назовем его добро.